Что ж, давайте вернемся к изучению методологии. И вы можете прочитать то, что написано на этом слайде. Речь идет о ситуации, когда у вас есть уже какие-то доктринальные убеждения, какая-то сформированная система богословских идей, и вы хотели бы знать, как поступать в таком случае. И как вы видите, здесь говорится о том, что это наиболее распространенный путь преподавания богословия. Я не вхожу сюда в класс, а также мои коллеги-преподаватели не приходят в класс, чтобы просто дать вам список текстов Писания и сказать, идите домой и занимайтесь экзегезой этих текстов. Нет, вместо этого мы преподаем таким образом, что уже знакомим вас с доктринальными утверждениями, основанными на этих текстах и на других свидетельствах. И вам уже самим затем нужно принять решение, считаете ли вы верным то, что здесь преподается, или нет. И как здесь записано, таким образом чаще всего преподается богословие, хотя это и не лучший путь, потому что вы хотите быть как можно более объективней, отстраниться от всех предубеждений, которые могут у вас присутствовать. Но что же делать в этом случае? И первое, что следует сделать в этом случае, это спросить самих себя и попытаться как можно лучше ответить на этот вопрос. Что конкретно имеется в виду под этим доктринальным заявлением? Это может быть просто некое доктринальное утверждение по типу «праведный верою жив будет». Или это может быть целая концепция о Божьей суверенности или, скажем, концепция о свободной воле человека. Но если мы знакомы с тем, что другие думают по этим темам, быть может, мы прочли то, что они написали, то первое, что нам нужно сделать, это убедиться, что мы все понимаем правильно. Понимаем то, что они говорят. Поэтому первый шаг — это концептуальный анализ разбираемых доктрин. Но убедившись в том, что вы правильно понимаете то, что говорится, вы после этого практически сразу переходите к четвертому этапу этого процесса. При этом вы рассматриваете все тексты, и другие свидетельства, которые используются для поддержки этой доктрины. Вы проводите экзегетическое исследование, и по мере того, как вы пытаетесь истолковать эти тексты Писания сами, может произойти то, что вы придете к другому концептуальному гештальту. Вы решите про себя, что этот богослов не все до конца понял. И вы видите все несколько по-иному, и тогда вам нужно будет проверить уже ваше новое понимание, к которому вы пришли. И поэтому процесс проверки продолжается. И после того, как вы все проверили, во всем разобрались, во всех отдельных заявлениях и утверждениях, и приняли для себя решение, что предложенные свидетельства на самом деле подтверждают высказанные утверждения, то следующий этап будет этап синтеза, сопоставления всего полученного материала. И, возможно, тот автор, книгу которого вы читаете, или если вы слушаете лекцию или проповедь, то этот человек уже попытался сопоставить свои идеи вместе, создав свою собственную систему. И нам самим было бы неплохо сделать следующее, вернуться назад и сказать, «Хорошо, вот идеи, утверждения, которые представлены другим человеком. В чем-то я не согласен, что-то я решил исключить, а с чем-то я согласен. Теперь мне нужно самому решить, как все это сопоставить вместе. Да, я вижу, как этот богослов это сделал, но мне нужно самому пройти этот этап синтеза и прийти к собственному выводу. Что ж, позвольте спросить вас, прежде чем мы продолжим, есть ли у вас какие-либо вопросы?
по этой конкретной части нашего обсуждения методологии. Все всем понятно, да? Что ж, есть несколько моментов, которые мы упустили. Я их так назвал – оставшиеся вопросы, на которые нам следует ответить, и они относятся к формированию доктринальных систем. И первое – это вопрос инференций и формирования доктрин. Кто-нибудь может сказать мне, что такое инференция? Инференция представляет собой особый вид мышления. Но конкретно что это? Ну что ж, позвольте мне помочь вам пролить свет на этот вопрос. Когда вы оказываетесь вовлечены в инференциальное рассуждение, вы приходите к некому выводу, так? А утверждение присутствует в той информации, которую вы анализировали? Нет. Если этот вывод не присутствует в той информации, которую вы анализируете, то на каком основании вы пришли к такому выводу? Похоже, кто-то из вас готов с ответом, да. Я бы вот что хотел сказать. Инференция подразумевает не стопроцентный вывод, а скорее вероятный вывод. Хорошо. Я считаю, что это абсолютно правильное замечание. В дедуктивном рассуждении вы начинаете с предпосылки, которую вы можете подтвердить какими-либо свидетельствами, может быть, даже косвенными свидетельствами, но вы знаете, что эта предпосылка верна. И вы говорите, если это верно, то и другое должно быть верно. Если Библия богодухновенна, и мы приводим различные свидетельства в поддержку этого утверждения, то что еще мы можем сказать истинно касательно Библии? Многие евангельские христиане в истории церкви говорили следующее. Что ж, если Библия полностью богодухновенна, то она при этом должна быть безошибочна. И они строят свою аргументацию, как было сказано, что идея о том, что Библия безошибочна, не просто вероятна или возможна, она стопроцентно верна. Почему? Что ж, да потому что если книга богодухновенна, то есть автором этой книги является Бог, а мы знаем, что Бог говорит одну лишь правду, поэтому эти факты о Библии и о Боге делают невозможным предположение, что в Библии могут быть какие-либо ошибки, как и во всем том, что Бог говорит, будь то письменное откровение или устное откровение, или каким бы образом Он это ни делал. Инференциальное рассуждение в противоположность этому, как Бен нам сказал, оно не начинается с выводов. Оно начинается с определенных фактов, которые нам известны. И затем говорится, если этим фактам можно верить, если они, скорее всего, истинны, то значит и следующее наше утверждение может быть истинным. Но, как Бен верно заметил, это вероятный вывод. Потому что то первоначальное утверждение, которое мы считаем истинным, может оказаться ложным, учитывая те факты, которые нам известны. Я понимаю, что все это звучит очень абстрактно. Позвольте привести вам один пример того, о чем упомянул Бен в своем замечании. И этот пример также проиллюстрирует природу инференциального рассуждения. Есть много людей, как сегодня, так и во все века до нас,
которые смотрят на этот мир и замечают, что в этом мире много зла. И на основании этого факта о наличии зла, они пытаются сделать заключение о том, существует ли Бог или нет. Есть достаточное количество людей, которые заявляют, на основании того, что в этом мире есть зло, и не просто некое зло, но такое количество зла, мы должны сделать вывод о том, что нет никакого Бога. И часть аргументов, которые строятся в поддержку этого вывода, выглядит следующим образом. Если бы был Бог, то Он любил бы нас, и у Него есть все необходимое, чтобы это сделать. Поэтому факт о наличии зла позволяет им, как им кажется, если неправильно понимают природу Бога, позволяет им делать вывод, что Бога нет. Но знаете что, класс? На основании одного лишь факта о том, что в этом мире есть зло, можно прийти к различным другим выводам. Вот, к примеру, один из возможных выводов. На основании того, что есть зло в этом мире, можно заключить, что есть Бог, которому все равно. Его не беспокоит, что происходит. И поэтому он ничего не делает, чтобы устранить это зло. Еще один возможный вывод, к которому также можно прийти на основании того, что есть зло, что есть Бог, и Ему не все равно, что происходит с нами. Просто Он ничего с этим поделать не может. У Него нет власти на это. Или можно прийти к другому выводу, что есть Бог, и у Него есть нравственные основания для того, чтобы не устранять зло из этого мира. И именно поэтому зло присутствует в нашем мире. Вот четыре разных вывода, к которым можно прийти на основании того факта, что зло присутствует в нашем мире. И неужели однозначно можно говорить о том, какой вывод верен? Но, во всяком случае, пока у нас нет оснований для однозначного решения по этому вопросу. И обычно что мы делаем? Мы говорим, давайте подробнее разберем эти четыре различных вывода и спросим себя, а какой из них наиболее вероятен? И вот здесь появляется вероятность, о которой говорил Бен в своем замечании. И нам приходится говорить с какой-то долей вероятности, потому что в этом мире мы видим лишь зло, мы не видим связи между злом и Богом. Что ж, предположим, есть Бог, и предположим, Он обладает некими характеристиками. И вот такова природа инференциального рассуждения. Вы отталкиваетесь от чего-то, что вы знаете наверняка, и делаете предположение о чем-то, что, вероятно, основываясь на рассмотрении всего того, что вы знаете действительно верно. Вот так построено инференциальное рассуждение. Что ж, вы можете думать про себя, ну и что со всего этого? А дело вот в чем. Давайте зададимся вопросом, а нормально ли это, если мы формируем доктрину при помощи инференциального рассуждения. И причина, почему этот вопрос существенный, и на самом деле таких причин достаточно много, но хотя бы одна из причин состоит в том, что за последние 30-40 лет находились люди, которые называли себя евангельскими христианами, но при этом утверждали, что Библия однозначно не говорит о своей безошибочности. Безошибочность — это инференция, это тот вывод, который сделали богословы. Но это не единственно возможный вывод,
которому можно прийти, рассмотрев то, чему учит Писание. И то, как построено это возражение, позволяет вам решить про себя, что любая доктрина, которая сформулирована при помощи инференциального рассуждения, не может быть стопроцентно верной. Она не может стать надежной основой для вашего упования. Что ж, давайте вернемся к нашему вопросу. А позволительно ли формулировать доктрину на основе инференциального рассуждения? Хотя в некоторых случаях нам ничего больше не остается. Пока вы думаете об этом, позвольте задать вам еще один вопрос. Или даже два вопроса. На эти вопросы проще найти ответ. Можно ли где-либо в Писании найти слово «Троица»? А доктрина о Троице, которой все вы придерживаетесь, описана ли где-либо в Библии? Нет, не так конкретно, как нам хотелось бы. Что ж, а слово «безошибочность» где-либо в Писании упоминается? Нет. А если мы говорим о ипостасном единстве Иисуса Христа? Вот это словосочетание где-либо встречается в Писании? Ипостасное единство означает, что у Христа две природы. Полностью божественная природа и полностью человеческая природа. И эти две природы объединены в одном Бога-человеке, Иисусе Христе. И вот теперь давайте остановимся на этих терминах, на Троице и ипостасном единстве. Если эти термины и эти доктрины не упоминаются конкретно в Писании, то как они могли оказаться в христианском богословии? Ведь это то, во что христиане верили на протяжении столетий. Как же они проникли в богословие? Получается, что при помощи инференциального рассуждения, не так ли? Вы исследуете Писание, изучаете их, и есть тексты, которые очень ясно говорят о том, что Бог один, богов не пять и не шесть, и даже не два. Но вы продолжаете экзегетическое исследование, и вы встречаете несколько текстов Писания, где говорится об Отце, о Боге, о Его божественных атрибутах. И затем вы находите другие тексты Писания, в которых говорится о том, что Иисус Христос тоже Бог. А есть тексты, которые говорят о Духе Святом. И в них говорится, что и Дух Святой тоже Бог. Написано ли напрямую о доктрине о Троице? Нет. Но у нас есть все необходимые элементы, чтобы сформулировать эту доктрину. Поэтому, если мы говорим, что есть только один, единственный Бог, но Он проявляется в трех различных личностях, Боге Отце, Боге Сыне, Боге Духе Святом, и каждый полностью Бог, и они существуют одновременно, и они были всегда, всегда существовали, то вот это становится основой для доктрины о Троице. Но подождите минутку. Мы ведь сформировали эту доктрину путем инференции. Разве не так? Ведь в Писании напрямую не говорится о том, что я только что сказал. И если мы переходим к сфере христологии и рассматриваем все тексты Писания, в которых говорится о божественности Христа, что Он Бог, и затем мы рассматриваем все тексты Писания, которые говорят о том, что Он полностью человек. Что ж, разве неправильно говорить о том, что Иисус Христос одновременно полностью Бог и полностью человек? Что эти две природы, полностью божественная и полностью человеческая, объединены в одной личности Иисуса Христа? Разве это неверное заключение? Что ж, на протяжении истории Церкви во все века христиане верили в это. Но нет ни одного конкретного текста в Писании, который озвучивает этот вывод.
Так что это пример еще одной доктрины, сформулированной на основе инференциального рассуждения. Вы отталкиваетесь от того, о чем говорится ясно и конкретно, что вы знаете наверняка, и затем строите заключение о том, о чем конкретно не написано, но эти заключения неизбежны на основании тех фактов, которые у вас есть. Итак, что же мы скажем о инференциях и формировании доктрин? Нам следует сказать то, что вполне уместно формировать доктрины при помощи инференциального рассуждения. До тех пор, пока у нас есть данные, факты, позволяющие нам это делать. В случае с доктриной о Троице, у нас есть необходимые данные о том, что есть один Бог, есть однозначные непривержимые данные о том, что Сын также Бог, и что Дух Святой Бог. И если сопоставить все эти данные вместе, то должно быть какое-либо объяснение, говорящее о том, что Бог един, и в то же время Он триедин. И как следствие, христианские богословы сформулировали доктрину о Троице. И те люди, которые возражают против безошибочности, указывая, что эта доктрина сформулирована путем инференциального рассуждения, они при этом верят в Троицу и ипостасное единство Христа. Поэтому они не могут говорить о том, что использование инференциального рассуждения неуместно ни при каких обстоятельствах, если речь идет о формулировании доктрины. Но все-таки необходимо быть уверенным, что те данные, те свидетельства, которые у вас есть, ведут к тем заключениям, которые вы делаете. Вы не хотите, чтобы возникла ситуация, о которой я упоминал несколько минут назад, когда мы говорили о том, какой вывод мы делаем на основании того факта, что зло есть в этом мире. И тот факт, что есть зло в этом мире, может привести к 3, 4, 5 разным выводам. Нет, вы должны прийти к выводу, который единственный, наиболее вероятный по отношению ко всему, что может быть сказано. Пожалуйста, есть ли вопросы на этот счет? Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да, пожалуйста. Лично я не вижу большой разницы в этом подходе с тем, что мы делаем в других сферах нашей жизни. В работе следователей находятся свидетельства, делаются выводы и так далее. Поэтому мне хотелось бы спросить, если люди, как вы говорите, принимают инференциальную логику в других сферах жизни, но отвергают ее здесь, не кажется ли это непоследовательным? Да, я полностью с вами согласен. И мы более подробно об этом поговорим, когда будем разбирать доктрину безошибочности Писания. И я буду говорить о том, что эта доктрина основывается не только на инференциальном рассуждении. Да, есть аргументы, построенные на инференции, о том, что Библия безошибочна. И нам нужно будет задать вопрос, а данные, которые у нас лежат в основе, однозначно ли они указывают на эти выводы? Но да, вы абсолютно правы. Мы используем такое рассуждение в совершенно разных сферах нашей жизни. Поэтому не следует удивляться тому, что мы рассуждаем таким же образом, когда занимаемся богословием. Все, что написано в Библии, истина. Это Божье Слово. Но то, что записано в Библии, это не все, что Бог знает. Есть то, о чем знает Бог, но что Он решил нам не сообщать в Библии. Нам бы, быть может, хотелось, чтобы он это сделал, потому что в этом случае мы были бы намного спокойней в отношении некоторых наших выводов и заключений.
Но у Бога есть причины, почему Он нам открыл лишь то, что открыл. И затем уже, основываясь на том, что Он нам открыл, используя собственный разум, мы анализируем эту информацию и задаем вопрос. Если Библия говорит о том, что Иисус божественен, Бог, и также говорит о том, что Он человек, что ж, это кажется противоречием. Поэтому мне следует согласовать это таким образом, чтобы устранить это противоречие. И разве неверным будет пытаться согласовать эти выводы? Разве ошиблась церковь в том, что сформулировала доктрину о Троице или доктрину о ипостасном единстве, только лишь потому, что эти доктрины сформулированы на основе инференциального рассуждения? Нет, конечно, нет. Но при всем этом надо быть уверенным в том, что данные подтверждают те инференции, к которым вы приходите. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.